Всем привет, меня зовут Екатерина, и сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями о прохождении курса SuperJump. Я проходила этот курс около полугода назад, в феврале месяце, и вот уже спустя какое-то время, когда первые эмоции улеглись, я смогла более осознанно подойти и оценить результаты. Я хочу с вами поделиться своими результатами. Вообще, прежде чем идти учиться на этот курс, я очень долго думала про него. Так получилось, что Ольгу Яровую я знаю очень давно, мы дружили в детстве, потом как-то наши дороги разошлись. Но интернет – великая сила, и я наблюдала за ней, наблюдала ее путь становления в SuperJump, и периодически думала о том, что было бы интересно его пройти, но всегда как-то откладывала, думала, что мне в данный момент это не нужно, у меня, в принципе, все есть, меня устраивала моя жизнь. У меня была хорошая работа, стабильная, там с хорошим доходом более 100 тысяч. У меня хорошая семья, двое дочерей, муж. Ну, такая среднестатистическая семья, где все хорошо, стабильно. Но мне почему-то всегда казалось, что я хочу чего-то большего, чего-то более значимого, и в первую очередь для себя. И вот я решилась пойти на курс. Причем он такой для меня символичный. Я этот курс подарила себе на день рождения. В последний день окончание курса мне исполнилось 32 года, и это такой курс, год для меня, ну, перемен, очень важный. Когда я пошла на курс, у меня основная цель была поменять себя, я хотела быть более уверенной, научиться слышать себя, прислушиваться к своим желаниям, перестать быть удобной для всех, наверное, сделать так, чтобы окружающие начали воспринимать меня по-другому, более серьезным, потому что планы у меня были такие колоссальные. И уже, в принципе, с первых занятий появились изменения в жизни. Ну, я прям честно подходила к этому очень ответственно и проходила курс и выполняла все упражнения прям очень ответственно. И, кстати, очень многие упражнения так и остались в моей жизни, причем изначально это воспринимались как упражнения, сейчас просто как образ жизни. И я помню, там было упражнение, которое мне очень тяжело далось, физически прям, я очень долго на него решалась, но оно оказалось одной из самых эффективных, и сейчас я делаю его с удовольствием, потому что упражнение, которое направлено на улучшение здоровья, вообще и внешнего вида, ну, вообще помогает по всем сферам. Я на этот курс, я не ставила перед собой цель улучшить материальное положение, меня, в принципе, все устраивало, я шла туда за чем-то большим, я шла за той жизнью, которую я хотела. Мне нужна была свобода, потому что я до этого работала в найме, а мне нужно было больше времени. И вот изменения не заставили себя долго ждать, потому что когда ты меняешь свое мышление, окружающие меняются вместе с тобой. Я уже сразу я понимаю, что окружающие начинают меня по-другому воспринимать, да и я сама на многие вещи посмотрела по-другому. В результате всего я наконец-то решилась, ушла с хорошей работой в найме, с стабильным доходом в неизвестность. Но я ушла в тот бизнес, который давно хотела, но просто не могла решиться. Мне было страшно, была не уверена в этом. В результате я взяла всю ответственность на себя, и у меня получилось. Просто на данный момент, уже по прошествии там полугода, я увеличила свой доход более чем в 3 раза. Это, ну, если в цифрах, то около 400 тысяч. Причем оно не стояло у меня на первом месте, но я считаю, что при правильной работе со своим сознанием вам приходит именно то, что вам нужно. Сейчас я также продолжаю постоянно учиться чему-то новому. Этот курс для меня был как бы решающей первой ступенькой, которая подтолкнула меня к приобретению той жизни, о которой я мечтала. Сейчас я открыта для всего нового. В нашем мире настолько так много всего интересного, просто иногда страх и неуверенность не дают нам этого увидеть, прочувствовать. И сейчас вот я понимаю, что я проживаю ту жизнь, которую я хотела. И я очень благодарна ребятам, Ольге, Артему, то, что я попала сюда, прошла этот курс и решилась поменять свою жизнь. В завершение хочу сказать, что наверное, на курсе вы не получите волшебные таблетки, которые решат ваши проблемы. Но я точно убеждена, что каждый, кто сюда придет, получит именно то, что он хочет, и именно в тот момент, когда ему это будет особенно нужно. Потому что не просто так мы сюда все попали.
И я правда считаю, что, наверное, такой курс нужно пройти вообще абсолютно всем, и тогда наш мир станет чуточку лучше. Спасибо большое за внимание.